Видеорегистратор Transcend Drive Pro 220. T16 GTP220M оснащается CMOS-матрицей, снимающей видео с разрешением 1920 на 1440 пикселей, фиксируя до 30 кадров в секунду. Объектив регистратора обеспечивает угол обзора до 130 градусов, а диафрагма f1.8 гарантирует высокое качество съемки при любом уровне освещения. GPS и GLONASS. Регистратор Drive Pro 220 поддерживает связь со спутниками GPS и GLONASS, с помощью которых можно зафиксировать точное место аварии и определить скорость транспортного средства в режиме реального времени. Используя эти модули и программное обеспечение Transcend Drive Pro Toolbox, можно просмотреть весь маршрут движения обслуживаемого автомобиля. Система LDVSEF и FKVSEVS. Модель Drive Pro 220 оснащена функцией контроля дорожной разметки, LDVSEF-системой, предупреждающей о возникновении опасных ситуаций. Если транспортное средство разгонится выше установленного предела скорости или начнет менять полосу движения, регистратор предупредит водителя световым или звуковым сигналом. Система FKVSEVS контролирует расстояние до соседнего автомобиля, препятствуя опасному сближению транспортных средств. Этот модуль отслеживает фронтальные препятствия и контролирует скорость авто. В случае опасности регистратор издает световой и звуковой сигнал. Адаптер Wi-Fi. Видеорегистратор Transcend Drive Pro 220 поддерживает связь со смартфонами и планшетами на Apple iOS или Android с помощью модуля Wi-Fi связи. Владелец мобильного устройства может скачать бесплатное приложение и просматривать записи с регистратора в режиме реального времени. Кроме того, смартфон или планшет можно использовать в качестве внешнего банка данных, закачивая в память устройства видео с регистратора. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.